Для чего отбивают мясо? Для того, чтобы его текстура стала мягкой, легче жевалась и дала больше сока. Поэтому, если вы хотите получить такой эффект, то вам будет, кстати, мой рецепт. Пробуйте. Для вас я подготовила инструкцию о том, как приготовить говядину отбивную тушеную. Вначале мы ее будем жарить, а потом уже тушить. Благодаря этому на мясе будет хрустящая корочка, а внутри мягкая текстура. То, что любит большинство людей, и на праздник такое горячее можно подавать. Только не забудьте о гарнире. Например, подойдет картофельное пюре или гречка. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Отбивные промойте, натрите их солью, приправой и перцем. Затем обваляйте говядину в муке с обеих сторон. Отбивные обжарьте в разогретом масле по 1 минуте с каждой стороны. Переложите мясо в казан или кастрюлю, залейте его полностью водой, посолите, доведите воду до кипения, после этого тушите блюдо в течение 50 минут на медленном огне. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подавайте говядину с гарниром, можете полить блюдо бульоном из-под мяса. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Говяжья отбивная, 6 штук. Мука, 300 грамм. Растительное масло, 3 столовые ложки. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Приправа к мясу, по вкусу. Количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья!